8 по 3 июня к ракам на этой неделе придет ощущение полноты жизни. Наконец-то. Это, во-первых, Марс даст, он всем даст вот эту вот энергию. Ощущение вот этого вот радости, полноты жизни, оно будет, это некое появится такое гармоничное психологическое состояние. Это и улучшение здоровья, это какие-то отношения. То есть вот именно вы почувствуете прилив таких жизненных сил, готовы будете горы свернуть. Конечно, надо и можно, или можно, нужно регулярно посещать какие-то спортивные секции, бассейны, залы, я не знаю, прогулки на свежем воздухе, в конце концов. Я хочу сказать, что если вы серьезно займетесь именно собой, вот, или своим телом, своим состоянием именно вот на этой неделе, то это достаточно будет такой положительный результат, который не заставит себя долго ждать. Ну, естественно, что это труд, это надо преодолеть лень. Кстати, это хорошее время для смены имиджа, новой прически, макияжа, стиля одежды. То есть меняйте, меняйте себя. Что-то в себе, я не знаю, что-то снимаете, что-то одеваете, да? Благодаря вашему, кстати, вкусу, который у вас есть, вы сможете правильно выбрать направление и сможете купить, если надо, что-то. Судя по расположению планет в вашем знаке, вы не будете обделены вниманием. Оно просто, вы будете, вот где бы вы ни появлялись, на вас будут обращаться внимание. Не исключаются новые знакомства, это какие-то могут быть даже романы. Удачи!